Всем огромный-огромный привет! Приветствую всех на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. У меня сегодня большая радость. Когда мне едут гости, я решила приготовить салатик. Чтобы был сытный, вкусный, красивый. Все, что было дома в холодильнике, буду использовать. Салатик будет называться рокус. Из-за вот этого лук будем цветочки из него делать. Ингредиенты самые простые. Отварила картофель, морковь. Взяла два окорочка, но я сниму с них мяско. Шкурку использовать не буду. Варено-копченые окорочка. Отварила 5 яиц. Кукуруза, баночка. Мне понадобится пол огурчика, зеленый лучок и майонезик. И по желанию можно еще посолить. Если нет окорочков, можно взять карбонат, можно колбасы какие-то взять. Все что угодно. Мне поэтому нравится этот салатик. Все, что вам нравится, то и кладите. Главное, украсьте его сверху цветочками. Вот вам и будут крокусы. Мне нужно почистить морковь, картофель, очистить окорочка. Мы встретимся с вами. Смотрите, сколько у меня отходов осталось. Мясо чистого 350 грамм, картофеля 500, моркови 250, кукурузы 1 банка. Сейчас я все это буду нарезать помельче. Как же все-таки просто готовится этот салат. Нарежу огурчик. Огурца я взяла 200 грамм. И тоже добавляем в общую миску. Яйца нам нужно отделить желтки от белков. Из белков мы будем делать снег. Крокусы-то под снегом. Желтки нужно измельчить и добавить ко всем ингредиентам. Добавляю 3 ложки майонеза, таких щедреньких, перемешиваю. Какой яркий, красивый, заметили? Еще и вкусный. Я подготовила блюдо такое глубокое. Полянку я сделала, и теперь мне нужно снег натереть. Имитация снега из белков. Возьму совсем немножко майонеза, вот так вот немножко смажу. И теперь мне нужно равномерно распределить снежок. Мне нужно несколько перышек зеленого лука измельчить. Так, этим луком я украшу с краю. Ой, как красиво. Сейчас буду украшения готовить. Ну что же, я украшаю полянку свою. Видите, некоторые перышки лука падают. И я вот, смотрите, взяла зубочистку. Сейчас одену перышко лука и вставлю его. Салатик готов. Посмотрите, какой он. Очень даже симпатичный. Не только вкусный, но еще и выглядит аппетитно. Красиво. Не правда ли? А сейчас я себя похвалю. Ну какая же я умница. Какая я гостеприимная хозяйка. Как я встречаю своих гостей. Смотрите, я приготовила еще тортик Наполеон. Салатик. А еще в духовочке у меня курочка огромная зажаривается с овощами. Сейчас приедут мои гости. И я их обрадую таким вкусным ужином. Ну и вы порадуйте себя и своих гостей таким салатиком. Видели же, как он просто готовится. А вот и курочка подоспела для гостей. И гости прибыли. О, девчонки и мальчишки, сейчас я попробую салатик. Тут мне сынок привез пивасика собственного изготовления. Сейчас я это... А он там еще и внучка тоже что-то говорит. О, цветочек. Так, пробуем салатик. Не буду говорить. Да уж, скажу. Обалдеть. Как всегда, моя жена на высоте. Фантастика. Всем пока. Всем пока-пока. Крепкого всем здоровья. И до следующих встреч. Всем пока-пока.